Здравствуйте, меня зовут Галина. Сегодня я буду делать кулон из эпоксидной смолы. Добавлять буду акриловые краски три цвета, ракушки. Понадобится мне такой молот. Смолу развожу согласно инструкции. Поддержите мой канал подпиской, кто еще не подписан. Не забудьте оставить комментарий. Оцените видео, поделитесь этим видео, задавайте вопросы, обязательно отвечу. Спасибо. Оставляю на 4 часа. Сейчас добавлю синие акриловые краски. Белые краски я ложу совсем-совсем маленечко по краю. Так вот. Ракушки. Выливаю тонкий слой. Так, и сейчас аккуратненько сюда. Оставляю до полного застывания смолы. Смола полностью застыла. Так, сейчас я вот это вот все лишнее уберу. Петелька. Шнур. Я вам очень благодарна за полный просмотр.
Не забудьте оценить видео, оставить комментарий, задавайте вопросы, обязательно отвечу.